Краснодар Теплоэнерго приостанавливает подачу горячей воды в 14 многоэтажек Краснодара. Разрешенную законодательством меру применяют к управляющим компаниям ИТСЖ, имеющим крупные долги перед коммунальщиками. Тепловики поясняют, на подготовку к следующему отопительному сезону необходимы 1 миллиард 200 миллионов рублей. На них планируется построить 3 новые котельные, произвести замену нескольких километров сетей, а также плановый ремонт коммуникации и оборудования. Коммунальщикам приходится активизировать работу с должниками.